Всем привет! Вот решили на своем пожирике поменять подушки двигателя. Вот мы сняли старую. Она уже и в масле была, потому что генератор подтекал. Поменяли генератор. Сейчас вроде нормально. Это оригинальная. И нашли вот такой бюджетный вариант. То есть это родная стоит, ну, порядком. А вот это от Hyundai Galloper стоит, не буду говорить сколько стоит, на порядок меньше. Качество нормальная, резинка хорошая. Одну уже установили. Вот в следующий раз вторую поставим на левую сторону. Вот этот каталожный номер. Сделано в Республике Кореи. Я думаю, прослужит долго. Ну, как бы бюджетный вариант. Ключики я потом покажу, чем я откручивал. Там нужны короткие ключи. Длинными не подлезешь на 14. Очень, конечно, неудобно. И снизу, и сверху, но ничего, справился. Вот. А так все. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще что-нибудь интересненькое. Всем пока.